Привет, ребята, как у вас дела? Фу, ребята, похоже, меня поймали и сделали квадратом, и мы попали в пиксельный мир. Похоже, это Майнкрафт-мир. Фу, наш мир превращается в Майнкрафт, наверное. Давайте посмотрим. Ого, ребята, смотрите, точно, ресурсы, смотрите, сзади ресурсы находятся. И сердечки мне. А, печеньки, ничего себе, ребята, это печеньки, как мишки Валерного. А это кто был? Это был паук, по-моему, это наш враг, видно будет, паук, да? Эй, чекпоинт, чекпоинт, ребята, мы взяли. Фу, нам даже теперь и лазер. Ого, еще смотрите, паук, сколько же здесь пауков и печенок. Ура, ребята, вкусные, вкусные, очень вкусные печенки, мы будем собирать их, есть! Ничего себе, так, а там что дальше у нас? Ага, смотрите, это же Майнкрафт, точно, смотрите, наш мир превращается потихоньку в Майнкрафт. Ничего себе, ребята, вот почему я стал квадратным, почему захватили какие-то квадраты нас. Печенки, чекпоинт берем, есть, ура, ребята, чекпоинт взяли, лазер. Фу, нужно быть осторожным с лазером. Очень-очень осторожным. Так, нужно сейчас его будет пройти нам. Да, вон печенка, смотрите, ребята, надо не пропустить. Печенку я люблю, ведь печенки-то, печенки я люблю очень-очень сильно. Ого, так, а тут что? У нас пока, кстати, целые жизни, ребята. Ага, смотрите, как мы его пришлепнули. Это Майнкрафт, точно, ребята, ведь. Это красный шарик, квадрат, Майнкрафт. Ура, ребята, смотрите. Лазер опять, лазер, смотрите, нам нужно будет его сейчас перепрыгнуть как-то. Печенки, печенки, собираем, собираем, собираем. Фу, мы успели. И еще одну печенку. Да, ребята, ура, печенку взяли. Вот это было круто, ребята. Ого, это конвейер из Майнкрафта, похоже. ТНТ, ТНТ, смотрите, это динамит, ребята, нужно быть осторожным. Нужно быть осторожным, либо он нас, наверное, может взорвать. Точно, смотрите, ребята. Ого, как он взорвался, ничего себе. Вот они, кстати, самые-самые, видно, опасные будут. Так, а тут что? Тут нужно подняться нам. Допрыгнем ли? Да, есть, мы допрыгнули, ребята, наконец-то. Так, а это кто? Это паук, есть. Это Майнкрафт паук. Если вы знаете, как точно его зовут, ребята, то пишите в комментариях. Если вам нравится, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А также можете посмотреть предыдущие серии. Так, ага, ребята, это что такое? Это надо быть очень-очень осторожным. Фу, нас чуть-чуть бы и поджарил. Чекпоинт. А, вон еще ТНТ, смотрите, ТНТ-динамит. Ребята, как бы... А, нет, он нас взорвал все-таки. Фу, ну ничего, у нас еще осталось 4 целых жизни. Да, есть, у нас получилось, ребятки. Ребята, 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 если вам понравилось видео, ставь лайки, подписывайся на канал. Всем пока.